Представляем комплект для подводного наблюдения EVT. Он поставляется в удобном алюминиевом кейсике, который включает инструкцию на русском и английском языке, аккумулятор 30-метровый, специальный подводный кабель, камера со светодиодной подсветкой и балансиром, видеорегистратор с комплектом кабелей для подключения питания и самого видеорегистратора. Питание прибора может осуществляться как от сети 220 вольт, так и автомобильной сети. Через них же можно заряжать встроенный свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 3,3 ампер-часа. Это провода для подключения видеорегистратора. Также в комплекте есть ключики для кейса. Камера подсоединяется к приборной панели специализированным разъемом. Питание также подсоединяется к приборной панели. Видеорегистратор подсоединяется двумя проводами. Один на вход видеорегистратора, другой на выход видеорегистратора. Питание видеорегистратора также подключается к приборной панели. Используется из двух проводов только белый. Для записи используется карта microSD емкостью до 32 гигабайт. Вот в таком приборе, в таком объеме прибор уже готов к работе. Дисплей прибора снабжен специальными защитными козырьками, которые его защищают от воздействия солнца, от засветки. Вот можете посмотреть изображение. На панели приборов существует регулировка, которая регулирует дальность светодиодной подсветки в зависимости от темноты и мутности воды. Подсветку можно сделать больше или меньше.